Привет, друзья! С вами снова я, Наталья. Готовим сегодня вот такой омлет керанти. Это один из знаменитых и часто употребляющих блюд в Корее. Готовят его в керамическом горшке тукпиги. Но если его нет, то можно заменить его на любую другую посуду с толстым дном. Давайте готовить, и по ходу я вам все объясню подробно. Берем яйца комнатной температуры и разбиваем в чашку по одной. Если яйца только что из холодильника, то можно подержать их пару минут в горячей воде. Это мы так делаем для того, чтобы омлет в итоге при варке не потемнел и не приобрел некрасивый сероватый оттенок. Чем лучше мы взбиваем яйца, тем мягче и нежнее получается омлет, и поэтому постараемся взбить хорошенечко. Поставим на огонь тукпиги и наливаем воду. Доводим все до кипения и кладем тасиду. Это рыбная приправа. Корейский омлет готовят каждый по-разному. Бульон добавляют морские водоросли, а кто-то сухие анчоусы. Заливаем взбитые яйца в кипящую воду и сразу мешаем хорошенечко. Мешать нужно непрерывно. Здесь главное не лениться. Ложкой или лопаткой хорошо проводим бока тукпиги, чтобы по краям не подгорало. Как только омлет загустеет, а загустеть он должен на 70-80%, посыпаем острым нарезанным перчиком и зеленым луком и закрываем подготовленной чашкой. Чашку я заранее подготовила. И оставляем томиться на 3,5-4 минуты на самом маленьком огне. Керантим готов. Теперь в заключение просто откроем и польем кунжутным маслом. Приготовить омлет таким способом не затрагивает много времени, и приготовить его может каждый. И тем более, здесь совсем простые и доступные продукты, а получается вот такая вкуснота. Пробуйте, готовьте и радуйте себя и своих близких таким замечательным блюдом. Спасибо за просмотр. Пока-пока!